Вчера еще была зима и рыбная ловля со льда. Сегодня весна. Пчелы облетываются, гудят полным ходом. Природа прямо резко так проснулась. Синички сегодня не появляются. Где-то своим делом заняты, по деревьям летают, ищут свой корм. А вот так вот они всю зиму у меня питались. Это уже третье ведерочко, что они скушали. Вон два остатки. Ну и посмотрел сегодня своих питомцев. Вы знаете, ну я поражаюсь. Третий раз добавляю листья. Камушек, а нет, я думал, камушек попал. Листьев нету. Вот смотрите, земля практически остается. И уже я встречал маленьких. Я их немножко разогнал, они все здесь вот вверху находятся. Так, ну листьев уже надо добавлять. У меня в подвале есть листья, я их погонял уже я проверял. Вы знаете, маленькие уже были. Таких, как я садил, размером с мотыля. Уже они размножаться начали. Я как-то выразился неправильно, плодоносить начали. Это вроде как к деревьям относится. Помните, я картофель оставлял резанный, вернее, это очистки картошки. Нету их. Вон одни прожилки остались. Надо сейчас буду снова подкармливать. Пойдем посмотрим, что у нас там на пасеке делается. Пчелы гудят полным ходом. Какой-то весенний день внезапно сегодня. Плюс 11 в тени. И снега почти не стало. Моментально где-то делся. Ну, хорошо, ушел он в землю. Это прекрасно. Конечно, это только первые проблески весенние. Завтра, послезавтра снова уже не морозы, будем говорить, а заморозки обещают. Ну, ничего, в любом случае уже приближается весна. Будем жить.